Привет, с вами Мистик Лагер. И смотри, у меня тут время сходит с ума, мне кажется, я в будущем, и тут, короче, вместо часов теперь электронные мечи, и, по-моему, пока... Мне больше интересно, знаешь, почему у меня часы с цветочком, а у тебя с алмазным мечом? Так у меня просто время правильно идет. И алмазный меч. У меня время правильно. Цветочек. Меч. Цветочек. Меч. Цветочек, что за... Какой меч? Ой! Ты прикинь, какого-то хрена я в гейм-моде. Я даже не ставил. Читерушки, батюшки родные. А где твоя шапка, Лагер? Моя шапка у тебя, йоу, мазафака, нига, бище. Теперь ты моя, понял, давай, да? Подожди, почитаем. Стой, только мистику. Читать надо? Что? Это должно быть наоборот. Серьезно. Окей. Эй! Справедливость восторжествует. Привет, Мистик 31 and Lager Fit. Вы находитесь на моей карте под названием Epic Adventure. Здесь будет 7 испытаний, в которых победит лишь тот, кто первым нажмет на кнопку. Внимание, на карте могут быть баги. Моб наступил на телепортационную плитку, неработающие механизмы и т.д. Так, что, может, писал поставим, а? Слушай, Яр. А? Мне, короче, сказали, что если ты не будешь выполнять мои желания, то я могу тебя наказать. И первым моим заданием сделать тройной тулуп с двойным переворотом. Что у тебя за броня? Че я сам умираю от нее? Что сделал? Все, не бей, пошел. Сделай двойной тулуп с двойным переворотом, быстро. Вот так. Давай, детка, доволен? Давай, еще немножко. Хватит тебе. О, в принципе, ладно. Ай, больно. Че так больно-то? Стой. Ну, я теперь в пустыне. Ну все, будешь знать, как на царя нападать. Все, давай читать, подожди. Заходишь только после прохождения. Так, можно проходить в любом порядке или на Эннике-Бэннике? Нет, давай начнем по очереди, хорошо? Давай, Эннике-Бэннике. Паркур. Или... Паркур. Ярика с Елики. Самое мое нелюбимое вообще. Ярика в Елике. Серьезно? Господи, что? Прикинь, тут, короче, она пропала. Я такой стою, знаешь, думаю, втыкаю, думаю, что тут все ТПС, хорошо. ТПС, я сегодня не допрыгнул, Лагер. Подожди. Я чуть не вкурил на пол. Знаете, или я дурачок? А, не, все нормально. Ты дурачок. Давай, ты еще сюда попади. Ясно. Я думаю, это долго будет проходить. Лагер, нет, не смей! Стой! О, господи! Лагер. Ладно. У меня просто пятки в сердце ушли. Понимаешь? Я почти прошел. Серьезно. Зачем ты просто упал? Ты даже не прыгнул. Я прыгнул, я просто не долетел. По-моему, ты просто упал. Нет. Ты так же смотрелся вообще-то. Давай, прыгай, я тебя толкну. Ясно. Как прыгается? Подожди. Дай. Окей. Серьезно. Не, стой, ты почти, смотри. Не, стой, не смотри, стой. Мне мама сказала, что у меня сегодня счастливый день. Сегодня день самогонщика. Ты поешкайся. О, господи, что там, ты... слышишь, там кнопка есть. Вы посмотрите, что он творит, вы посмотрите, он проходит как бог, как царь и боженька. Посмотрите, он прыгнул уже четвертый раз за эту игру. Ладно, серьезно, я что, сам себе не столкнул. Ты понимаешь, я просто хотел тебя туда пнуть, но что-то я понял, что это не очень хорошо. Ой, а стоп. Блин, там еще, смотри, блок иногда появляется и убирается. Ну да, и как бы это... Тут их два, если что. Ё-моё, это нужно как-то вообще в самом конце прыг... Ладно. Я понял. Моя прыгай. Попытка. Твоя очередь. Я все, мне похер, я ухожу. Тебе хватит, да? Куда тут уйти? Почему тут не уходишь? Нет, давай ты хотя бы просто будешь стоять, как бревно. Хорошо, я буду делом заниматься. Окей, давай. О, я мистик. Стой. Все. Опа! Люси сердоболие. Ты видел? Осторожно, пукана бомбящее место. Окей. Что я как-то не долетел. Давай, ты прыгаешь, я тебя бью. Нет, стоп, давай я прыгаю, ты меня бьешь. Давай я прыгаю, а ты просто стоишь и смотришь. Давай. Ну и как? Как тебе мой прыжок? Подожди, отойди, я понял, как нужно делать. Смотри, сейчас это выдвигается, убирается.
Что-то я не понял, когда оно выдвигается. Я царь и бог! Та-дам! Это, оказывается, легче пройти, чем мы думали. Ты видел, какая у меня вещичка есть? Я могу тебя и пнуть. Че? Ты видишь, где? Может, ты ТПшнишься? А слушай, а мне тут как бы неплохо, тут говорят это. Пожалуйста, лагерь. Песочек. О, господи, дай бог паркура. О, смотри. Да, детка. О, да, железный. Нет, лагерь! Меня возбуждает! Господи, прыгай давай. Быстрее. Нет, подожди, мне нужно килл написать. У меня, я же там возродился. Смотри. Понял? Понял. Вкурил, осознал. Все, оказывается, у нас тут продумано. Да мило. Чей. Привет. Здорово. Ты не собираешься ко мне ТПшкаться? А, чуть-чуть. Я не знаю, там и помочь. Теперь мы оказались на днище из-за тебя. Спасибо, Ярик. Спасибо. Не за что. Пойду-ка так. Я устрою. Далеко, мне нормально. Как я давно по лысинам не прыгал, слушай. Это, кажется, так прикольно. О, да, детка. Очень-очень полезно для пят. Слушай, а у тебя там большой чуб? Ну, так, 25 сантиметров. А слушай, а можно при встрече его потрогать? ТПшкайся. Я тебя потом подергу. Стоп, лагерь. Скатился, стоп. Знаешь, это как ЮТС, только ты скатился. Давай, прыгай. Ч. Нет! Все. Спокойствие, лагерь. Песок падает. Ты, лагерь, стоп! А, песок не падает, ясно. Ай, господи, лагерь, ты мне тогда инфаркта доведешь. И чё тут? Да ты такой жирный, что из-за тебя нихера не вижу. Давай. Я чё, не помещаюсь? Да ты в экран мой не помещаешься. Была... Даже я тебе скажу, обидно немножко. Если что. Блин! Ладно, идея была правда. Что ты, всё. Нападёшь или что? Я тебя ударил. Очень серьезно ударил. Нападёшь, да? Барыга, слышь, о чем мы, барыги, ничего не можем предложить, что ли? Мы можем ему предложить пойти нахер. О, с такими ценами. Погнали на вопросы. Так, вопрос. Где сам вопрос? А, внизу. В каком году распался СССР? Это ясен ёжик. В 91-м. Это я хотел нажать. Я хотел в 1945-м нажать. Шучу. Почему я не прошёл? Это было несерьёзно. Почему я не прошёл? Тихо. По-моему, это система антилог. Я вошёл, лагерь. По-моему, это система антилог. Это очень сложная система. Антилог. Давай, проходи. Второй вопрос для тебя, Лагер. Когда вышло первое видео на канале Мистика? Мистика. Интересно. Это было в 2011 году. Вот. Эй. Даже я этого не знал. Я знал, чувак. А, тут всего два варианта. Ну, не, блин, ну вообще по плану в 2011 году я с тобой познакомился. Да? Ты запомнил? Да. А что дверь-то закрыта? А тут редстоун, короче, нужен. В смысле? А, тебе дали редстоун? Нет. А что вы... Было открылось? Попробуй. Что? Что происходит? А, ее нужно было в другую сторону нажать. А, ясно. Так, тихо. И последний вопрос для тебя, лагерь. Что такое стан? Стан — это скилл в Dota 2. Посох. Скилл. Ну, так просто, что ли? Нет, он не говорит про игры. Я говорю про игры. Что? Стан. Стан. Это большой стен, может быть. И это неправильно. А, это лагерь! Что? Да, я тебе докажу, потому что ты такой глупенький. Все, лагерь, мы с тобой, главное, прошли, это хорошо. Все, у меня 3 хп, пожалуйста, не пинай меня. Спасибо! Хэдшот! Какой ты добрый, сволочь. Ну ты просто... Гонки, все, я тебя хоть... Нихерабль, я тут вообще вштырила. Ох, нихерабль. Почему ты быстрее? Нихерабль, меня тут вштырила, чувак. Не, ну серьезно. Первый, ну опять! Ну, я первый, я вид. А у нас не заберут, ничего не хотят нас забрать. Мопарена, подожди. Спаунпоинт. Яйца какие-то, что с ними делать? Почитаем, яйца? Что делать с яйцами, мы ж не знаем. Спавните мобов в дырке рядом. Описание. Окей. О, читай. Наберите уровень что? Для зачарования. Слышь, читай. Читай. А, расписывал. А здесь вам предстоит сразиться с более 100 монстрами. Сейчас вы находитесь на пройти... Что?
Выходите на базе, на ней вы можете покачать уровень или забежать в опасный момент. А чтобы пройти это испытание, нужно найти рычаг в одном из раздатчиков и открыть железную дверь в конце. Удачи, и помните, чем больше, тем больше. Ну, допустим. Хорошо. Слышишь, нам нужен милк. Кто? Милк. Шоколадка, что ли? Ну да. Милка? А у тебя нет милка? О, книги, слышишь? Ну, разве что немножко. Смотри, в общем, у меня есть лук. У меня есть меч, у меня есть зонт. У меня есть чеснок. Нужно поставить и томатный difficult. Сок с перцем. Difficult easy ставим. В смысле easy? Ты что? Ты там на easy нас разнесут, ставь писку. Нет, нужно опыт. Подожди, давай, иди сюда. Подошел, и ты сюда иди. Че, слышишь? Зомбаки вообще. А ты ж пузырьки с опытом уже не модно, как я понял. А, стоп, вот. Вот. Пошла жара. Что? Хочешь усы, как у бомжа? Нет, спасибо. Они бьются, слышь? Маленький зомби вышел. Яр. А. На, короче, хлебни. Будут усы, как у бомжа. Отлично. Давно не мечтал. Ну-ка. Посмотри, они мне идут. Симпотные. Идут? Просто симпотные. Вот я чуть не кончил. Отлично, совсем другой вариант. Ну. Какого хрена опыт тебе идет? А, нет. Ну просто я болею. Тебе идет опыт вообще? Я жирный, короче. Идет опыт или нет? Да, конечно. Какой уровень? 4. Я 7. Ну просто ты раньше начал. А допустим. Давай ты, короче, их бьешь, а я зомби ставлю. Ну ты просто видел, какой я жирный, короче, я просто побольше, мне опыт идет. Слышь, они вышли! Они вышли! Почему они вышли? Я не знаю! Почему они вышли? Убей их так! Кстати, нам не хватит всех этих зомби, даже чтобы зачаровать одно на максимум. Да, так что кому-то придется быть танком, кепку. А кому-то придется быть керри. Я зачарую кепку. Ты кем будешь, керри или танком? Я зачарую кепку. Допустим. Кепка это... Ой, я сюда. Веселее. Где? Зомбаки. Слушай, давай я буду керри, а ты будешь танком, хорошо? Да, я шлю кепку зачарую. Все отлично. Все будет классная кепочка. А ты напиши на ней Фибей. Яр. Что? Яр, ты как овечка говоришь. Кто там? Ясно. Это не очень выгодные. А давай ты подождешь немножко, пожалуйста. Ок. А, нам нужны лазуриты. Ок. Допустим. А, нам для всего не нужны, да? Так, мне нужна книжка, смотри, у меня есть книжка, я могу сначала... А, у нас нет лазурита, да? Угу. Пошли воевать. Кто же это заметил? Пошли воевать. Что-то здесь не так, да? Подожди, так, зелье регена не надо, зелье силы. Короче, читерское зелье. Зелье ночного видения. Ой, что я сделал? Силу, ты включил силу. Зелье регенерации. Последний... Все? И последний вопрос, мистик 37, что такое стам? А? Погнали. А тут нет никого. Ищем. В раздатчика, слышь, ищи этот фигню эту, господи. Ой, тут паутина была, я ее разрушил, походу, нечаянно, когда отбивался. Так. А что ты хочешь там найти? А, рычаг. Да нету рычага. В одном из этих спрятан рычаг. Кто тебе такое сказал? А, там было написано. Да нет, тебя обманули. Или он уже выкинулся, слышь? Мне кажется, тебя просто обманули. Инвентаре. В инвентаре у меня большая палка Дидла. И как она? Я прозрел! Что ты увидел? Я все время себя обманывал. Вот эта палка для наказания тебя. Эй, все! Я тебя наказывал неправильно всю жизнь, Ярик, сынок! О, господи, Что наказал меня, да? Что? Нашелся тут томник, слышь. Вон пошел отсюда. Что дверь? Дерзкий, а? Да что мне тут такая дверь? Я наказчиков наказываю. Отошел. А ну пошел вон. Очко занизил, думаешь, все можно? Пошел отсюда. Ладно, окей, все. Давай, короче, этот пакт о мире. Я надеюсь, ты успел тэпошнуться. Отлично. А как мы туда пройдем? В спину! Лагерь! Тихо! Нам нужно дверь открыть! Ладно, откроешь его из того мира. Да какого хрена? Что ты что, на зельях сидишь? Тихо. Ты что, на зельях сидишь? Эй, это нечестно. Я теперь тоже на зельях буду сидеть. Так я уже без них. А мне похрен, и теперь моя очередь. Кто меня бьет? Спаси меня лучше от паука. Где-то тут где-то был
Наказать! Может быть, вот так вот? Окей. Нифига себе. Сюда на. Подожди. Ты иди, пожалуйста, лагерь. Нет, подожди, я должен быть дерзким. Давай. Все? Я дерзкий. Довольно? Такой на райончике, пацан, йоу. Смотри, делаем вот так, смотри. Ставим. Не ставится. Растяжки, типа, ты хотел? Я хотел открыть дверь. Вот, вот так, растяжки. Дай мне паутину. Сколько тебе? Сейчас я растяжку сделал. Погоди, отойди, отойди, Яра, отойди. Отойди. Да зачем нам растяжки? Я дверь открою. Ты, ох ты. Вот, растяжка, отойди, Яр, ты мешаешь. Яр, ты серьезно зачем мешаешь? Нам растяжка? Ну, чтобы мы прошли как джентльмены, а тут пройдешь. Ну, как... там нету, понимаешь, чтобы просто сундуки проверить. А в сундуках ничего не было. Я тебя сейчас ударю. Ну, подожди, чуть-чуть. Всем кропаль. Ну, и. Последний удар. Давай. Та-дам! А тебе слышишь? Господи ж ты, боже мой, поставь двери на место. Какие? Что? Дверь? Мне послышалось? Что ты? Я после каждого испытания выкидывает все вещи сюда. Все? Нет, не все, он пошутил. Да? Ну, в смысле, броню-то выкинуть надо, но... По-моему, они ломаются только, когда их сюда кидают. Да, наверх не ломаются, да? Да. Ну ладно. Слушай, а ты что, наверх кидал, да? Броню не надо выкидывать? Господи, нахера ты ей понабирал? Я не знаю, короче, я все выкину. Все, тихо. Сплив, погнали на сплив, короче. Да. Я думаю, нам стоит... Я наконец-то выиграю, пойми. Да. Что-то, по-моему, не очень... Не притягиваешь. Что-то, по-моему, не очень эффективно, да? Я думал, у нас работает. Иди сюда. Ой, там оп. Лава, слушай, там опасно что-то. Нет! Куда о. Ты ушел? Домой. Что там написано? Эй, камбэк из ада невозможен! Я сам скинулся. Иди сюда. Камбэк из ада невозможен. Блин. Все, сгорел, все. А я это жив еще. Нет, не считается. Ладно, тоже умираю. Что там еще остались за испытания-то? Скажи просто, нахера? Не знаю. Как мы теперь вернемся? В смысле? Как мы теперь вернемся туда? Ну, в смысле? Смотри, сейчас ТП-шкайся ко мне. Я уж тут. Ох, нихера, блин. Осталось только ПВП и выживание. Давай тогда эти два самых смачных, наверное, уровня оставим напоследок, на следующую серию. Так что всем спасибо за просмотр. С вами были Мистик и Лагер. Всем удачи, до новых встреч. Хватит ломать! Эй! Эй! Чувак, ну тебе лайков поставят. Ну, ты доволен? Ну типа да. Все? Скатился. Что ты делаешь? Почему ты там не сидишь? Все, всем удачи, до новых встреч. Пока.